Авианалет аравийской коалиции унес жизни 25 мирных жителей в Йемене. Обстрелу подверглась деревня на северо-западе страны. Впервые с начала военной операции в бомбардировке участвовали вертолеты. Кроме этого, в Марибе произошли жестокие столкновения между шиитскими повстанцами из Ансар-Алла и проправительственными силами. Сообщается, что убиты более 60 мятежников. Напомню, вооруженный конфликт в Йемене обострился в начале года. Власть в стране захватили хууситы, последователи шиитского движения Ансар-Алла. Им противостоят сторонники свергнутого президента Мансура Хади. 26 марта коалиция арабских стран во главе с Саудовской Аравии начала военно-воздушную операцию против повстанцев.